У нас всего N человек, и мы рассматриваем k-элементные подмножества. Давайте начнем с простого. Кто-нибудь знает, сколько всего есть таких k-элементных подмножеств? Нет. Сколько? Нет, S это в нашей совокупности. А сколько всего вообще, в принципе, в n-элементном множестве есть различных k-элементных подмножеств? N разделить на k? Нет. Вот смотрите, если у нас... О, давайте этот вопрос обсудим. Это прекрасно, потому что вот у нас есть, например, множество 1, 2, 3, 4, 5. Давайте обсудим вопрос, а сколько всего в этом множестве есть трехэлементных подмножеств? 5. Нет, ну я, конечно, могу это тупо перебором посчитать. Ну, например, есть трехэлементное подмножество 1, 2, 3, да? 2, 3, 4. Так, какие еще бывают? Нет, давайте тупо перебором, тут их не так много, я справлюсь. 1, 2, 4 есть? Да, 1, 2, 5 есть? Да. Видите, уже явно не n поделить на k, правда? Ну, n это 5, а k это 3. Явно больше. Так, 1, 2, 5, какие еще бывают? Как? 1, 3. Я думаю, что дальше 1, надо 3. Говорить 1, 3, 4. В таком порядке, да, естественно. Потом надо сказать 1, 3, 5. 1, 3, 5. Нет, вроде про 1 я уже все сказал, что можно было. Дальше надо смещать вот эту первую цифру и перебирать те, которые начинаются с двойки. У нас есть 2, 3, 4, есть 2, 3, 5, и все. А, нет, 2, 4, 5 еще. Ух ты, господи, чуть не забыл. Да, 2, 4, 5 еще есть. Ну, такое. 1, 4, 5, 4, 5. А? 1, 4, 5 уже. Неужели? Ай-яй-яй, как нехорошо. Да, да, слушайте, забор вот сюда надо его. Будет 1, 4, 5. Спасибо. Да, 1, 4, 5. Что у нас осталось? 3, 4, 5, правда? Так, ничего не забыл, посмотрите внимательно. Можно еще какую-нибудь тройку составить из 5 чисел? Без учета порядка элементов. Отлично. Сколько всего? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, 10 тройки. Да? Да-да-да, я слышу. Это F потерял зеленый на F. Да, вот есть такая замечательная формула, в общем случае, которую надо, конечно, обязательно знать школьникам, которые хоть немножко интересуются комбинаторикой. Про это, конечно, надо рассказывать как следует, но это имеет отношение к делу. Есть действительно такое... Это число способов как раз выбрать из n элементов какие-то k элементов. В данном случае мы с вами просто тупым перебором вычислили, чему равняется c из 5 бодрей, абсолютно тупым перебором. Сколькими способами из 5 элементов можно извлечь 3? Без учета порядка. То есть 1, 2, 3 мы извлекли, уже 2, 3, 1 это то же самое. Вот действительно была произнесена совершенно замечательная формула. Давайте я здесь напишу, которую, я считаю, надо обязательно знать. C из n по k это n факториал на k факториал на n минус k факториал. Вот есть такая формула. Так, а все знают, что такое факториал? Да, факториал это просто произведение всех чисел от единицы до вот этого. К факториал это числа от единицы до к перемножаются. N минус k факториал это перемножаются числа от единицы до n минус k. Ну и считаем. Так. Так, откуда берется эта формула? Сейчас я попробую объяснить, чтобы все это знали. Это вещь полезная. И потом... Давайте, у нас есть множество, состоящее из элементов. Мы хотим из этого множества извлечь какие-то k-чисел. Сколькими способами можно извлечь первое число? Конечно, n способов. N способов извлечь первое число. Но, внимание, когда мы это первое число извлекли, второе это число должно отличаться от первого, правильно? Поэтому у нас остается всего n минус одна возможность для того, чтобы извлечь второе число, после того, как первое уже извлекли. То есть извлечь первое и вслед за ним второе можно вот столькими способами. Все понимают, что надо перемножить, а не сложить, например. Потому что мы друг за дружкой их извлекаем. Первое n способами, второе n-1 способами. И вот эту последовательность из двух чисел можно извлечь n умножить на n-1 способами. Но нам-то нужно не два числа. Нам нужно k числа. А третье число, для него сколько осталось возможностей после того, как мы извлекли первые два?
n минус 2, совершенно верно. Для третьего числа, смотрите, n минус 2. Для второго n минус 1. Для первого n. Ну, давайте писать, умножить и так далее. Умножить на что? Нет, не на единицу. У нас последняя кт, не n-ная. Вот, смотрите, для второго n минус 1 возможность. Для третьего n минус 2 возможности. А сколько для катого? Вот не n минус k, а n минус k плюс 1. Для второго n минус 2 плюс 1, n минус 1. Для третьего n минус 3 плюс 1, n минус 2. А для катого n минус k плюс 1. Совершенно аналогично. Верно? Так, через факториал это, конечно, пишется вот так. n факториал поделить на n плюс k факториал. Вот это, я думаю, действительно всем понятно, почему такая дробь. Здесь перемножаются все числа от единицы до n, а здесь от единицы до n минус k. После сокращения остается ровно то произведение, которое у нас с вами было написано. Но, согласитесь, формула не получилась точно такой, как нам хотелось бы. Она в k факториал у нас больше. Почему? Правильно. Когда мы считали вот это произведение и получили такую формулу, нам важно было, какое число вслед за каким мы выбираем. То есть выбрали мы сначала 1, потом 2, потом 3. Или, например, мы выбрали сначала 2, потом 1, потом 3. Тройка-то получится одна и та же. Однако последовательность будет другая. Реально количество вот этих вот k-элементных подмножеств, которые мы хотим посчитать, оно во столько раз меньше, чем то количество, которое мы сейчас отыскали, сколько всего есть, существует различных перестановок на множестве из k-элементов. А их k-факториал. Поэтому ответ ровно такой, как мы и написали. Вот это называется c из n по k, число сочетаний из n по k, и оно еще носит название биномиального коэффициента в честь того, что оно возникает в рамках бинома Ньютона, про который тоже очень полезно знать. Поскольку для вас в новинку была вот эта величина c из n по k, то я бы, наверное, даже немножко продолжил про нее рассуждать. Вернее, не про нее, конечно, но вот про наши объекты, сколько их там, чего их. Мы сейчас выяснили, что c из n по k, вот эта вот функция, она отвечает за количество способов выбрать одно конкретное k-элементное подмножество. А теперь следующего уровня вопрос, на который надо, по идее, уже уметь ответить. А сколько всего существует таких совокупностей? Сколько есть способов составить совокупность, состоящую из s множеств, каждое размера k и каждое подмножество вот отсюда? Никто не догадывается? Да, я требую, чтобы эти множества все были разными, то есть никаких совпадающих множеств здесь нет. Иначе их бесконечно много, конечно. Совокупностей, в которые могут входить совпадающие множества, их сколько угодно. Ну, не бесконечно много, но очень много. А я вот не хочу, чтобы они совпадали. Пусть они не совпадают. Все разные. Не бывает такого, чтобы геометры и комбинаторы были одними и теми же людьми полностью. Вот такого не бывает. Сколько тогда это совокупностей? Он решается в той же самой функции, в терминах той же самой величины c из n по k. Но только это выглядит такой, знаете, многоэтажной формулой, поэтому может показаться страшным. На самом деле все очень просто. Вот у нас было множество из n человек, из n элементов. Из него мы научились извлекать ровно столько различных k-элементных множеств. Вот давайте какой-нибудь там, скажем, a1, a2 и так далее, a, последний индекс которого это c из n по k. Это все возможные k-элементные множества, извлеченные отсюда, их c из n по k штук. Вот я им занумеровал. Что значит составить совокупность из s k-элементных подмножеств? Это значит, что надо выбрать s множеств отсюда вот. То есть у нас есть множество, занумерованные числами от единицы до c из n по k. И из этих множеств, или что то же самое, из этих чисел, надо выбрать какие-то s, правда же? Ну и сколькими способами это можно сделать? Понятно, это c из c из n по k по s. Всего этого. Разных совокупностей, состоящих из s k элементных подмножеств, n элементного множества, их c из c из n по k по s.
Так же точно, как отсюда было c из n пока, так же здесь роль n уже играет c из n пока. Поэтому получается c из c из n пока пояс. Он столько совокупностей.